beautiful. Thank you very much. Can't be nothing. Oh. How much is this? This size 1,500 Turkish lira. Handmade. Material is pure wool. And colors is plant dyes. You can different styles carpets. Мэри, это было для тебя. 100, 1,100. Я, если честно, не знаю, сколько это. Сейчас вы посмотрите видео, где я иду по какой-то улице турецкой и тестирую свою камеру. Качество видео получилось не очень хорошим, если честно. Но я все равно его выложу ради интереса. Походу, вот супер популярное место, где стоит следить за своими карманами. Вау. Ну, не сказать, что я прям хочу сюда идти. Точнее, я вообще не хочу туда идти. А тут также чувачки, если пересекешься с ними взглядами, продают духи. Вау. Все, это, видимо, площадь Таксим называется. Ну, в этом что-то есть на самом деле. Красивые азиаточки. Я вот как раз перекусил тем семитом, и мне попалась вот такая вот штука очередная. Блин, вот это я бы попробовал. Вот этот голубец. Блин. Ну ладно, я опять сытый. Ну так, более-менее. Сил этот семит особо мне, наверное, не придал. Много где жарят кукурузу. А вон вкусная точка, то есть Макдональдс. Так, я вообще не смотрю на дома. Улица эта очень длинная. И по всей этой улице очень много людей.
Это магазин Галатасарая. Так, Галатасарай, это что, стамбульский клуб? Я что-то уже не помню. Кажется, где-то тут как раз самые дешевые хаты на Airbnb продаются. Можно за $20 снять кафе. Ну и люди как бы жалуются на то, что место не очень, но квартиры в общем-то неплохие. Ух ты, это все восточные сладости. Как их много. No. Люди прикольные. Люди. О, манго. Когда-то в Беларуси мне нужны были позарез трусы. А тут, блин, большой магазин манго с мужской одеждой. Ох, заманчиво. Ну ладно, пройду дальше. Сюда мне тоже надо как-нибудь когда-нибудь зайти. Не знаю, может быть, вытянуть повыше, сделать этот штатив. Но тогда уж все будут замечать, что у меня вытянутая камера. Знаете, не хочется на карманников попадать. Это какая-то мечеть. Девушки сделали себе европейские носы. Хотя да, если не перебарщивать, то такие носы. Иногда девушкам идут, в общем-то. Мне бы красочи купить. Мои порвались. Неожиданно. Это единственная пара, которую я взял с собой. Остальные приедут к Маше в Москву. Не
Но, наверное, в Турции я лучше не буду это делать. А дождусь Сербию. Так, ну вот Скетчерс. Может посмотреть, что есть и почем. Это прикольные. 3100. Ну вот этих лир. Но они стоят почти 10 касиков. А в России когда-то я покупал их, ну, за 5, за 5500. Не знаю, может, есть какие-то скидки? Как там это, сейл? А нет. Это видео, оно, наверное, минут на 15 будет. И в целом сканает на полноценный видос, который я даже сегодня залью. Хотя интересно. Хотя не знаю, насколько это вообще интересно. Мне вот, наверное, не особо тут интересно идти. Справа Семит сарай. Не знаю, если я буду пробовать еще семиты, то, наверное, не буду в этом сарае их брать.
Русские попадаются. Ну да, турчанки — это так, для любителей, на любителя. Напишите в комментарии, понравилась ли вам турчанка какая-нибудь. И на какой минуте? Мне пока понравилась одна негритянка, вот она только что там была. Но у нее есть парень, тоже негритенок. Так что отбой. Но если вы девушка, то напишите, как вам тут парни местные. Вау, это что такое тут? Посмотрим. А вот потом я здесь кофты куплю. Вау. А это, кажется, что, православное, что ли? Нет, это не православное. Что-то римское. Католическое. Я не в шортах, так что мне можно. Ой, Тинькофф. Тут сейчас заметил, девушку тоже идет без палева, снимает на свой айфон. А я не успел начать снимать первый. Если вы идете, снимаете сейчас в Стамбуле, то отметьте меня, хорошо? Мой канал.
Ondan niye 160 alacağım? O, ну темные очки. Еще вот здесь вот нужны, по идее. Но, наверное, тоже не буду тратиться. Пока я не доехал до места. А тут что за движуха, интересно? С автоматчиком. Thank you.
слушайте, вот здесь уже поинтереснее. Хотя улица тоже популярная. Понимаю, как некоторые тучанки, то вообще все укутанные ходят. А некоторые жестко в коротких юбках. Причем в мусульманской стране я вот вообще не понимаю, как этих тучанок различать. О, какие магазины. Приеду в Стамбул, точно куплю себе какие-нибудь клавишные. Я зашел, но я не понял, это музыкальный магазин или нет. Но я поздоровался, прошел. Цен как бы нет, может это ремонт. Прикольно, сразу на две камеры, походу, снимает девушка. А, или может она сравнивает iPhone 13 и iPhone 12. Ну, знаете, прикольно, что так на одной улице определенная продукция. Ну тут реально вообще все есть. Вообще, конечно, не сравнить с Беларусью. Периодически попадаются вот такие вот. Mm-hmm.
Я слышу чаек. Значит, где-то море. Я что-то вижу. Такая штука с водой, но не знаю зачем это. Я не вижу, напишите, как стабилизирует, нет? Я сделал сейчас на последних видосах, чтобы еще горизонт держался правильно. До этого я как попало это все делал. Хочется подниматься потом. Наверное, чтобы не подниматься, придется переходить на другую сторону.
Граффити Галата. От улыбки. Ладно, проезжай. Сухишвили, Гурцистан, Улусал, Балеси. Ох, какие. Вау. Опасно вообще. Зацените как. Мне нужен бас, мазафака, стор. А нет. Фор, точнее. Где бас, мазафака, фор? О, гуделки продают. Видео, всякие карты видеозахвата, походу, даже. И где Святая София? Вон она, что ли? Или это опять очередной таксим? Мечеть. Часы, парфюм. Хотя симпатичные даже есть там. Походу мне туда надо сесть на какой-нибудь трамвай вот там. Надо где-то разменять 30 белорусских рублей. Не знаю, в таких обменниках это возможно вообще. О, мне туда. На вот этот трамвай. Там походу что-то старое. Пахнет соленой водой. Thank you.
это плохо, что ли, стало? О, обзорная площадка. Но у меня нет турецких лир. Это что ли Святая София? Такая вот рыбешка. Не сказать, что большая. Я не знаю, что это.